А сегодня я хочу порекомендовать вам канал Чарли. На его канале вы сможете найти необычный монтаж, вашу любимую реальную жизнь в GTA 5, а также разнообразные серии по сампу, обзоры различных машин и многое другое. А в скором времени, как сообщает сам автор, намечается открытие чего-то большего, чем просто канал. Заходи, подписывайся, передавай от меня привет, ссылочка в описании, ну а мы начинаем. А сегодня в топовую рамку попадает вот этот комментарий. Он первым продержался более 10 часов без ответов. И ты точно так же можешь оказаться в этой рамке. Для этого просто оставь креативный комментарий и, как было сказано ранее, просто первым продержись более 10 часов без ответов. Всем привет, друзья, с вами Донни, и сегодня у нас новенькая серия по GTA 5 с модом на реальную жизнь. В прошлой серии мы участвовали в уличных гонках, и в одном из заездов мы выиграли вот такую вот просто великолепную BMW M3 в стиле Need for Speed Most Wanted 2005 года. Дело в том, что я захотел погоняться против этой бэшки, и мне предложили очень необычную ставку, а именно автомобиль, то есть я поставил свой чай, а владелец этой бэшки поставил свою бэшку, и в итоге мы ее выиграли, и в итоге я решил подарить ее своему другу Джонни. Так, ребята, мы садимся и поехали прямо в аэропорт. Дело в том, что прошлая серия закончилась очень необычно. Когда мы эту машину выиграли, мы решили поехать немного ее потестировать. И когда мы выехали из аэропорта, ко мне пристали какие-то парни на внедорожнике. И если я не ошибаюсь, там было даже два внедорожника или, может быть, даже три. Я, честно говоря, не помню. Они пытались меня врезаться, меня сбивать с дороги. Короче говоря, в итоге мы смогли уехать, но я оставил свой чайзер в аэропорту, точнее, около аэропорта. Короче говоря, Джонни и Диего меня там уже ждут, и прямо сейчас мы туда направляемся. Так вот мы, ребята, втапливаем. Конечно, бэшка вообще прям зачетная, мне понравилась. Она очень хорошо управляется, ну и скорость тоже, в принципе, очень неплохая. Так, ребята, мы уже почти подъехали на место. Сейчас мы так вот здесь поворачиваем, вот так вот мы даже боком, оп, полиция. Я прошу прощения. Я не нарушал, все в порядке, да? Так вот, аккуратно. Сейчас мы здесь так вот повернем. Вот сюда. Отлично. И там, по идее, меня уже ждут. Да, вон я вижу свой чайзер. Тут и Супра Диего. Вот Джонни. Отлично. Так, мы паркуемся. Давайте мы как-нибудь сейчас развернемся. А где Диего? А, Диего в машине, да, я понял. Хорошо. Так вот мы паркуемся как-нибудь, да. Отличненько. Так, мы выходим. И... Братан, Джонни, братан, слушай, здорово. Так, ну что, здесь у нас Диего, я понял, хорошо. Так, Джонни, бро, короче говоря, мы решили подарить тебе машинку, а именно вот эту бэшку-тройку. Забирай, теперь эта машина твоя, катайся, наслаждайся. И я думаю, давайте сегодня мы устроим наш первый совместный пробный заезд. По шоссе погоняем, да? Ну что же, тогда погнали. Джонни, Диего впереди, я за ними, отлично. Ребят, ну реально конвой, елки-палки. Мы впервые катаемся втроем вместе, это очень круто. Тем более такие тачки вообще бомбезные. Так, аккуратно, аккуратно. Тут нифига себе, Джонни улетел. Диего, бро, давай, давай, давай. Там же Джонни-то улетел, а ты чё? Вот так вот мы, ребята, прыгаем. Давай, 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 давай. Отлично. Диего догоняет, отличненько. Так вот мы сейчас... Нифига себе, братан, братан, осторожно. Ёлки, нифига вы опасные парни, конечно. Давайте мы, может быть, объедем? Давайте-ка мы объедем, да, реально. Почему бы и нет? Они поехали снизу, я сверху сейчас так вот боком зайду. Вот так вот, во-во-во, супер. Ребятушки, просто класс. Обожаю свой чайзер. Вообще, сначала я очень сомневался, стоит ли покупать его, но сейчас я понимаю, что я сделал просто максимально правильный выбор, что купил именно эту тачку. Вон они впереди, точнее сзади, да? Так, вот Джонни просто на бэшке летит, красавчик! Только не поцарапай. Отличненько, давайте-ка мы за Джонни, чтобы не отставать. Боком вообще зашли классно. Так, 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 так. Фига, они вообще опасные, конечно. На красный просто проехал, как нефиг делать. А Диего, бро, между прочим, отстает. Вон там вот я его сзади вижу. Так, догоняем сейчас бэшку. Реально, просто Джонни на бэхе вообще улетает.
Конечно, классная тачка. Ребята, это обычные покатушки, но какие же они прикольные, потому что я катаюсь с друзьями, да еще на вот таких вот прикольных тачках. Так, у нас первый пит-стоп находится прямо на северной части Сан-Андреаса, на северной части штата, скажем так. Джонни Бро сравнялись носами. Так, влево, давайте-ка мы так вот прыгнем. Давай. Пошел. Испугался, не пошел почему-то. А где Диего? Я его не вижу даже. Ёлки-палки, братан. Странно. Обычно, знаете, Диего у нас обычно впереди идет. А тут я его даже не вижу. Ладно, ничего, догонят, это не страшно. Ну, знаете, я как бы напрямую-то, конечно, догоняю Бэшку, но я думаю, что... Ух ты, ёлки-палки, заблокировали нас. Нифига себе. Так вот, я, конечно, догоняю Бэшку, но я думаю, что Джонни просто выжимает педаль не полностью, скорее всего. Чё-то у меня, ребят, очень мало бензина, я даже не знаю, смогу ли я дотянуть до пит-стопа. У меня, конечно, есть в багажнике бак запасной, канистра точнее, но, честно говоря, не хотелось бы ее тратить. Я там вдалеке, вы, конечно, вряд ли видите, но я там вдалеке вижу такую зеленую супру, это и есть Диего, вот, но он, конечно, отстает. А мы, ребят, пытаемся догнать Джонни. Я думаю, что, конечно, я сейчас заглохну и придется из канистры заправляться, да, так оно и есть, поэтому сейчас я стопорнусь, да, так вот. Как раз я думаю, что Диего, да, нас обгонит, и я их потом догоню. Так, берем канистру, заправляем бак, и мы, ребята, просто сейчас педаль в пол и пытаемся их всех догнать. Ну, я думаю, что, конечно, я смогу их догнать, потому что у меня супра, у меня чайзер просто бомбезный. И даже боком смогу сейчас идти спокойно вообще. О, тихо, опасно. Так, ну, я, конечно, их пока не вижу. А, вон там я впереди вижу супру. Отлично, мы их догоняем. Вот супра. Братан, давай быстрее. Да, конечно, Диего отстает. Давайте-ка мы сейчас Джонни догоним. Джонни вообще вперед уехал. Вот он, отлично. Мы его догнали. Конечно, опять-таки нам двигаться в таком, знаете, в колонне не получается, к сожалению, потому что Диего отстает. Но у нас сейчас будет пит-стоп. Мы сейчас заправимся и после этого, конечно, мы продолжим. Все, ребят, мы поехали. Так, выезжаем. Отличненько. Просто гляньте на это, офигенно. Это просто мечта, ребят, просто мечта. Так, что у нас там по скорости, интересно? Так, у нас сейчас здесь около 80 миль в час. Наконец-то мы втроем хоть едем, а то, знаете, как-то Диего отставал все это время. Прям смотрите, прям сидит на заднице у Джонни, нифига себе так плотно. Так, а где Диего? Он немного отстал. Ладно, это не страшно. Опять-таки, Джонни впереди, а Диего там на супре отстает. Ну как так-то, блин, странно. Знаете, обычно, реально, Диего обычно как-то впереди двигался. По крайней мере, когда мы ехали в прошлый раз нашей командой стритрейсеров. А Диего ехал впереди, да, я помню. Ну, конечно, Бэшка просто великолепная. Да и супра тоже классная, знаете, они так со стороны смотрятся просто идеально. Нифига, ребят, вы это видели, просто Диего нас обогнал. Так нагло, по встречке почти. Мы как-то ехали с Джонни в потоке немного, знаете, сбавили скорость, а Диего просто улетел вперед. Так, аккуратно. Братишки, мы опять все вместе, отлично. Знаете, я смотрю, что задний бампер у супры какой-то немного лагучий. То он был черный, то стал под цвет кузова. Ну это ладно, это небольшой баг, это не страшно. Так, ну что, поехали, давай, бро, поехали. Ну давай. Можно обогнать, если постараться. Ну справа давай. Или слева, где-нибудь-то уже, ну. Мы здесь все как-то плетемся, это странно. Обычно мы так летаем, а здесь мы как-то особенно не спешим. Вот здесь можно слева объехать спокойно, ну, парни, давайте. Ладно, я думаю, что можно немного поехать впереди. Как-то вот так, да? Отлично.